Стартовые двигатели. Полет готов. Управление. В норме. Навигация. Исправно. Наведение. В норме. Идет подготовка к герметизации. Пошла подготовка к запуску. Включаю бортовые самописцы. Внимание. 5, 4, 3, 2, 1. Старт прошел успешно. Вот работа ради 4 минут полета. С ума сойти. У нас все готово, сэр. Что ж, узнаем, есть ли... Нарушение периметра. Спасибо. Бортовой журнал базы Лайтера. Год назад мы застряли на этой планете. И сегодня появилась надежда вырваться. Скоро полетим домой. Удачи, капитан. Мы на вас рассчитываем! Вас понял. There's a star waiting in the sky. Привет, Бас. Я Сокс, твой личный друг-робот. Like and... За нами гонится! Какой-то громадный робот! Бежим! Я испытал дикий ужас. Зря я с тобой полетел. Бас! Могу включить усыпляющие звуки. Есть несколько вариантов. Летняя ночь, морской прибой, пение китов. Нет-нет, белый шум сойдет. Хорошо. Спокойной ночи. И тебе, Бас. Журнал «База Лайтера. Звездная дата. 3901». После целого года бездействия мы готовы к нашему первому полету на сверхзвуковой скорости. С кем ты разговариваешь? Ни с кем. Снова пустые заметки. Да нет же, просто веду журнал нашей миссии. Ты же знаешь, что их никто никогда не слушает. Да знаю я, но это помогает мне сосредоточиться. Готовы, капитан Лайтер? Готов как никогда, командир Хоторн. Это захватывающее новое приключение. Я даю вам 4 минуты, чтобы покинуть эту планету, но потом обязательно возвращайтесь. Бесконечность? Не предел. Готовы к гиперпрыжку. Бас, это было ужасно. Я уже сожалею, что увязался за тобой. Баз Лайтер, звездному командованию, прием. Почему они не отвечают? Эй, эй! Там роботы. Что? Что вообще происходит? Алиша? О, нет, Алиша, это моя бабушка. Эй, Сокс, как долго нас не было? 62 года, 7 месяцев и 5 дней. Что? Я надеюсь, вы готовы, потому что нам как раз нужен был пилот. Для чего? Чтобы уничтожить инопланетный корабль. У меня есть план и команда. Дарби может соорудить бомбу из чего угодно. Я делаю это, чтобы они скостили срок моего наказания. Хорошо, а как насчет тебя? Ну, я думал, что это будет что-то вроде веселого тренировочного лагеря. Но это не так. Ну как, попал? Да, почти. Кто-нибудь видел мои гарпуны? Бас! Бас, Лайтер!
Вероятность выживания с этим неопытным экипажем составляет 38,2%. Звучит немного маловато. Неизбежный провал миссии через 3. Бабушка всегда верила в тебя. 2. 1. Мне что-то совсем нехорошо. Думаю, мне нужен кулек. Только нет. Скажите последние слова. Не допускайте рвоты внутри корабля. Не допускайте рвоты внутри корабля. Если вы удовлетворены этой записью, скажите или нажмите 1. Базз Лайтер. Бесконечность. Хочешь, чтобы я дернула за него? Не поддавайся на это. Да нет же. Извини, мы любили так делать с твоей бабушкой. Фу.